Ну так вот у нас опять крысиные хроники немножко отпадают по времени. Не знаю, будет видно, не будет, света нет нифига. Вот, вот нам привезли вот такое чудовище. Да, вот, раздавленное какое-то, полудохлое, потравленное. Она не раздавленная, она именно потравленная. Ну да, потравленная. Но погрызенный он еще, хвост у нее покусанный, там на морде дырка у нее там какая-то. Извините за свет, но говорю, она просто сидит у нас в таком темном уголочке. К сожалению, ее нифига не видно будет. Вот. Ну, в общем, пасюк. Подобрали на улице, она уже вообще обурела. Накололи ей кучу лекарств. Она лежала пластом, это чудо, что она вообще. Ну да, вот такой вот кулачок был, короче, вот сжатый. А сейчас вот что-то она как-то. Ну, ей сделали обезболивающие, ей сделали антибиотик, да сделали кучу кровоостанавливающих. Что только не сделали. Не знаем абсолютно, что с ней, но, по-моему, у нее все, что вот. Она можно... отравлена. Да, ну то, что потравлена 100%. А что еще, кроме потравы, я не знаю. Может, ее сбила, может быть, ее кошка пожрала. Вот. Ну, это пасюк, пасюки не показывают вид до конца, как я уже говорил, по-моему. Вот. Ну, что с ней делать, не знаем. Ну вот пока она живет, сколько она проживет. Неизвестно. Ну, вот такой вот нам подарок на Рождество привезли. Ну, как католическое Рождество сейчас, да? Ну, так что уж, ребят, извините, но крысиные хроники пока откладываются. Держим кулачки. Банан хочешь считать? Угу. Держи банан. Ты срать не хотел сейчас на банан, честно говоря. Ну, положу, может, поест. Вот такая курица. Она очень быстро устает. Кинь, удивлен. Тем не менее, она целый месяц сожрала. Каким макаром, только не знаю, у нее вся морда опухшая. От отравы от этой. Ну, здесь сидит, что-то жрет. Очень жить хочет. Очень жить хочет. Ничего загадывать не буду. Ребят, вообще ничего не буду загадывать. Вот такая вот крыса. Ну там шансов почти нет. Да, ну как, ну 1%, ну 10% поставил. 10%? Ну 1%. Там, например, 0,1%. По ее состоянию она этот яд сожрала 3 недели назад. Как она вообще выжила еще? Ну он так примерно и действует. Да, уроды. Ну в смысле как уроды, ну это же вредители, типа того.